Привет-привет! Это рубрика, которая призывает меняться, совершенствоваться, постигать новое или не забывать старое, а главное — говорить правильно, то есть грамотно, на русском языке. Да, простые правила опять с вами! Хотите, поделюсь с вами прекрасной цитатой Сократа. «Скажи что-нибудь, я хочу тебя увидеть». По-моему, очень сильное выражение, и после которого я хочу уже скорее рассказать про новое слово, произношение которого вызывает много споров. В чистую или вчистую? Сейчас узнаем, как правильно. Все-таки сегодня, в 21 веке, вчистую. Хотя ваш прапрадедушка, если бы сказал «вчистую» на тот момент в 19 веке, не ошибся бы. Раньше ударение было таким. Но не забудем, что есть и прилагательное «чистый». Соответственно, оно существует и в форме женского рода «чистая». Можно переодеться в чистую одежду, зайти в чистую комнату. Итак, вчистую полностью, но вчистую. В старинных словарях это слово встречается с ударением на первый слог, но согласно современным нормам возможен один вариант – вчистую. Давайте запомним и не будем путать с прилагательным с предлогом. Например, разориться – вчистую, прийти – в чистую комнату, одурачен – вчистую, налить чай – в чистую чашку. Это рубрика «Простые правила». Вот увидите, у нас все получится.